Житель Мангыстауской области сдал в полицию раритетный револьвер. Там проходит акция по добровольной сдаче оружия. Пушка системы «Наган» изготовлена 100 лет назад на Тульском императорском заводе. Как оружие попало в регион, никто не знает. Есть предположение, что револьвер принадлежал сотрудникам НКВД или остался с тех времен, когда через земли Мангыстау уходил от Красной армии генерал Толстой. Доброволец, который принес оружие, предпочел остаться неизвестным. Стражам порядка мужчина сказал, что пистолет достался ему в наследство от отца. Стоит отметить, что обычно сданное оружие уничтожают. Однако этот револьвер решили оставить. Он займет свое место в музее ДВД Мангыстауской области. Несмотря на свой вековой возраст, оружие до сих пор в рабочем состоянии. По словам эксперта, такая пушка на рынке коллекционеров стоит в пределах $1000. К слову, в полиции за любое сданное оружие добровольцы получают около 60 тысяч тенге. Револьвер был безотказен, очень хорош. Например, есть элементарный, я приведу пример, производилась осечка или перекос. Если такой действующий пистолет выходил из строя, то здесь проворот один, который с спусковым крючком, я его демонстрирую. Вот, и все. Пуля входила, патрон, вернее, входил, и можно было работать им дальше.